Привет. У тебя пиво, а у меня шоколадное молоко. Внимание, все очень плохо, поэтому будьте осторожны, мы ни за что ответственности не несем. Ну все, наконец-то я допила свое шоколадное молоко под этот очаровательный шепот некого мужчины. И категорически вас всех приветствую. Сразу скажу всем, кто не выучил еще английский язык настолько, что он не сможет понять, что в игре происходит, тут, наверное, делать нечего. Это особенно к Артему относится, к Иван Зи. Артем, я думаю, мы тебя сейчас успокоим, если ты не перестанешь говорить про русский язык.
смысле, а что тут грубого? Просто, если он считает, что он имеет право постоянно повторять про русский язык, то я думаю, что я имею право объяснить, что я на нем играть не буду. Я смотрю, короче, далеко не один из вас, как минимум двое сегодня были у зубного. Мои соболезнования. Хотя сегодня вроде делают все с заморозками и прочим. Поэтому чё уж так переживать-то. Нет, игры не будет. Я буду проходить игру одна, потому что так, во-первых, страшнее, а во-вторых, так... Короче, ничьи разговоры не будут отвлекать от самой игры, ну, кроме того, что читать ваши комментарии, ну, по крайней мере... Если кто-то все время на фоне что-то говорит, и тебе приходится с ним как-то коммуницировать, ты теряешь, не знаю, связь с игрой, атмосферу, так, по крайней мере, у меня. Myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. Артём, я поздравляю тебя, что ты сдал экзамен на 5, это круто. Отпишитесь, кто играл, кто проходил, как вам игра. Да, я тоже про ремастер думала. Пофиксили бы уже те баги, которые есть. Что самое забавное, здесь в игре есть несколько багов, сделающих ее непроходимой. И разработчики там у себя на официальном форуме выкладывают... типа сейвы, которые позволяют преодолеть это место, которое невозможно пройти. Это так вообще... Don't know any. Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash. Hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They got the locals scared. So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds. When we heard gunshots fired from their property. Сандет, я как-то не слежу за судьбой игромании, кто-то тут уходит, поэтому...
Who have we got out here? Должно быть это важно. Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just quaint. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang. Скажите, как по звуку меня игра перекрикивает или вполне себе ничего? Something must be wrong. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. У нас темнеет во сколько? У нас сейчас вот 9 вечера, и в принципе уже солнце садится. Не так, чтобы совсем... Ну, вы поняли. Не так, чтобы совсем темно, но терпимо. Так, стоп. Да, все правильно. Как вы видите, здесь, ну это для тех, кто не играл. Так, стоп. As I continue to translate the necrotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. Здесь на экране нету вообще никаких показателей героя, здоровья, там, патронов и прочего-прочего. Это типа... Ну как что было полное погружение в игру. A doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the Elder Things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. Насчет второй игры, продолжения, да. Делали ее, и из-за отсутствия денег как бы все остановилось. Но, например, как бы судя по сегодняшним реалиям, можно было бы, например, собрать на том же Kickstarter денег на разработку и что-нибудь клевое сделать. Непонятно, почему никто этим не занимается. Клисы. Looks almost like a flaming eye. I should take a closer look. Я одна, но я везде говорила, что я буду одна. И клёво, ну как, не казуальная, не консольная тема. Так, стоп, здесь какое-то дебильное управление, дайте я переназначу, пока буду рассказывать. Что здесь сохраняет только в определенных местах, и у тебя одна ячейка только.
Ooh, it's locked. Я буду периодически останавливаться и читать ваши вопросы, а то я все пропускаю. You seem to recognize me. I don't get it. Empty ammo boxes and spent shells. Nothing useful. What a nut house. The walls have been covered with glyphs. Нет, игры в чате не сидит. Я не понимаю, вы... у вас какой-то диссонанс от того, что человек один играет, или что? Poisoning by the looks of it. He's dead. They're all dead. Poison appears to have been on the menu. Suicide. Or rather, mass suicide. These nuts had some serious issues. Nothing of interest. He's dead. They're all dead. A diary. This will make interesting reading. Как видите, здесь меняется картинка на экране, если наш персонаж, например, там чем-то озадачен или напуган. Короче, опять же, это к вопросу о погружении. Вы фактически начинаете переживать все, что происходит вокруг вас. Ну, мы как бы обсуждали то, что на его канале я буду стримить, и мы в итоге сделаем один канал. Поэтому, видимо, ты пропустил этот момент, и поэтому для тебя диссонанс. Я же написала, что я буду стримить на канале Игоря. Вы не читаете блоги или контач? It won't open. It's unlocked. I don't understand. I mean, all of these photos. Да, совершенно верно. Он может даже застрелиться, если ему будет очень страшно, и он фактически начнет сходить с ума. Поэтому его надо держать, короче, ухаживать за ним и, в общем, всячески оберегать от всяких потрясений. Ой, видите, ему как херово, он аж дышать там начинает, все дела. This should fit the door across the hall. All these photos and clippings are of me. I just don't get what the hell is going on. It seems they've been tracking my movements. Потом, короче, пришел и увидел, что эти фанатики, в дом которых он забрался, оказывается, очень сильно интересуются его персоной. It's unlocked. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. It appears to be a private study area. It appears to be a private study area. The drawer holds an ancient manuscript. The symbols on the front seem to be written in classical Greek. Alex, ну ты же видишь, что игры здесь нет, поэтому ты, если к ним обращаешься, можешь написать мне в Steam, например. Зачем ты пишешь это мне в чат? It looks like an eye, but the rest of the painting has no real shape. Он говорит, что похоже на глаз, по-моему, похоже на вагину. Just swell. He's dead.
The beam must have fallen and crushed his skull. Whoa, whoa, whoa. Мы заходим в очень this приятное sink местечко. Be used for scrubbing up. Dead bodies, and plenty of them. Something dreadful has been going on down here. From the markings, he must have been one of their own. I wonder if he volunteered. God, what the hell is all this? Ah, it's too hot to pick up. It looks like his brain. I wonder what those wires are for. This pipe must drain the waste from his intestines. Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. Ну вы поняли, короче, что тут происходит, да? Тут чувак распят, и его органы вот разнесены на разные такие контейнеры, типа наполненные емкостью, на емкости наполненной жидкостью. The contraption above seems to be controlling his breathing. И они все как бы, ну, работают и делают его жизнеспособным, так сказать. His brain stopped moving. His kidneys have stopped moving. The crystal's still warm. I've never seen equipment like this before. Я в курсе, что есть русская озвучка. Я не понимаю, в чем проблема. Меня устраивает английская. Все отлично понятно, здесь очень элементарный язык и отлично озвучена оригинальная игра. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. Приятного аппетита, Силкман. Подходящий футаж для тебя, да? It's too hot to touch. I think it's being used as a power source to the machine. There's no power. It looks like something's been removed from it. Во, спасибо, Манович. Дело, говоришь. Мэн СГ, я не понимаю твой вопрос, что значит херовые стримы и что значит донат мне не помешает. Опаньки, вы посмотрите, какая няшка. Видишь, я уже переехала. А нам норм, привет. Я не знаю, это то, что продается в Стиме, я хз, это переиздание или оригинал... Называется Call of Cthulhu The Dark Corners of the Earth, так что... It's been more than 6 years since I entered that strange Alerta house включены, in Boston. Да. But to me, да, я читала Лавкрафтовское довольно много рассказов в свое время, еще когда в школе училась. Probably brought on by acute mental stress. Выбор качества появится, когда нас будет смотреть время более 500 человек. Зачем отписываться от Варвары? Ну, ничего не мешает быть подписанным на двух людей, не понимаю, зачем сразу бежать отписываться. Только
eyes opened and I spoke. My colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze. И что, Майнус Гэй? Я в курсе, что делает Ваня, Вася со своими донатами. Вот этот причем. Я очень боюсь, что меня снова напугает, потому что у меня очень высокая громкость игры. И нет бокового зрения. Вообще, по-моему, была плохая идея стримить на твой канал, потому что народ, который не в курсе, недоволен тем, что это не я, не ты, а я, короче. И что тебя нет. Delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends. Ну, графон сейчас-то не это. Не вообще. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, пожалуйста, не надо, ну. No trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again. Or at least what I believe myself to be. Return to normal life has been a painful process. Мне тоже эти рассказы понравились, еще про крыс и всякое разное. А где кондитер? Я поняла, кого мне не хватает здесь. Кондитер, где ты? Да, я в наушниках, и мне не очень. Игра же пыталась меня напугать, но поскольку мы об этом сейчас разговаривали, у него это не получилось. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. Мне нравится. Недовольный, недовольный. Уёбывайте. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on. Я думаю, что народ недоволен не тем, что ты стримишь, а тем, что вас не двое. Ну, блин, сорян, мы не обязаны быть все время вдвоем. И я уже рассказывала, почему я стримлю одна. Поэтому... Сложность вторая из доступных Private Detective, или как она называется. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? Спасибо, Харёк 2014, за добрые слова. Смогли же, я тебя вижу. Я видел, что ты снова что-то очень... Как бы это сказать? Основательное такое запустил ко мне на стену. I'd like to see you in person before you leave. Нет, я завязку сюжета еще не рассказал, но, собственно, вот сейчас как раз можно, в принципе, раз он поедет в Инсмут. Значит, вот этот бедный человек несчастный. Ситуация у него вот какая. Собственно, он выехал на задание и увидел то, что вот я вам уже показала в этом странном доме с этими фанатиками. И там он, видимо, сошел с ума, ну или что-то в этом духе, потому что примерно 6 или 6,5 лет он содержался в психиатрической больнице. Он практически не помнит, что с ним было все это время. Вот. Но потом он вроде как оклемался. Вот это, кстати, хороший вопрос, как это вообще все произошло и так далее. И теперь работает частным... расследует, короче, дела всякие частным детективом. И вот он получает задание, кстати, кто как называет, Инсмут или Инсмаут. Ну вот я когда читала лавкрафтовские рассказы, я читала в том переводе, где Инсмут. Соответственно, он, по-моему, тоже произносит Инсмут именно, не Маут. Инсмут, не знаю. Поэтому мне как-то роднее вот этот вариант, что Инсмут. Например, там в той же Википедии я видела Инсмаут. Мне это как-то странно. Знаете, как кто привыкает к каким формулировкам, переводам, так бывает. Это как типа НФС, на самом деле НФС, или там GTA, на самом деле GTA, ну вы понимаете. Вот мне тоже кажется, что Инсмут. Ну, Иван Ти говорит Инсмаут, это, видимо, потому что он типа слушал отвратную русскую озвучку. Саша, ты полностью пройдешь или просто вечерок скоротать? Я рассчитываю на то, что я пройду ее полностью, по крайней мере, до первого бага, до первой какой-то заминки. Но я говорила уже, что даже несмотря на то, что здесь есть непроходимые места, все равно
уже многие позаботились о том, чтобы выложить жуткие вот эти твари, короче. Да, еще так смотрят меня, смотрите вообще. Короче, позаботились о том, чтобы выложить сейвы, которые позволяют пройти игру. Или ты так смотришь на меня, блин, пипец. Это знаете, короче, как там, типа, в деревню кто-нибудь из города приезжает и вот так вот смотрит. А потом бей городских и вот. Итак, наш герой прибыл в городок под названием Инсмут. А, нет, смотри, здесь ни одна ячейка сохранения нет, меня что-то переключило, бывает. Чтобы расследовать убийство. Или пропажу даже скорее. Вроде там сначала кто-то пропал. Нет, непроходимое место не одно. Там место, где с лодки надо стрелять, потом там в каком-то месте кто-то не может перепрыгнуть, так бывает тоже. Evening. Hi. My name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. August and Drake. Игра создана по мотивам, ну как, я думаю, что в основу легло все-таки вот как раз рассказ про Инсмут, потому что здесь происходит большая часть действий, собственно, завязка. Но здесь в самой игре встречается очень много, ну типа, отсылок к другим его произведениям. Вот, например, то, что мы видели в начале, где чувак, он такой распятый, и у него органы по всяким емкостям лежат. Это тоже было в одном из рассказов Лавкрафта. Так, hello again. Что-то я забыл, что я сказал. I'm after directions to the First National Grocery Store. А, вот. And I'm busy, so stop your pestering me with questions. Ёпта, бля. Вот такой вот грубый чувак. Chit-chatting to him is gonna get me no place fast. It won't open. Нам нужно найти grocery store. Наверное, нет смысла идти наверх сейчас. Саш, когда-то была новость, что делают новый пьес по вселенной Ктулху. Твои инсайды ничего не говорят про это. Нет, мои инсайды ничего не говорят, но я уже говорила, что было бы круто и логично, например, нынешним разработчикам собрать денег просто. Посмотрите, какая жуткая штука. I'm looking for Brian Burnham. Can't help you. Короче, недовольны тем, что я тут чужак такой. В общем, просто же можно было собрать денег на Кикстартере, чтобы проспонсировали клевую историю. Evening, Constable. Клевую игру. I'm Detective Jack Walters. I've been hired by the regional manager of the First National. And I'm Constable Burke, and I'm the law around these parts, and I'm still not talking to you. Now get off. That fellow was just stringing me along with a lot of nothing about nothing. It won't budge. Здесь можно идти, затаив дыхание. Типа, красться. Саша, чем этот хоррор отличается от остальных в плане геймплея, если не считать систему... Долго смотрю на дерьмо, схожу с ума. Ну, собственно, я... Собственно, я вот уже об этом тоже сказала, что здесь очень прикольно сделано погружение в роль. It won't open. Ну, то есть отыгрыш героя, потому что нету... На экране не видите ничего, никаких показателей. Да, вот здесь вот царапина на полу, это значит, что что-то двигали. Здесь можно шкафами двери задвигать. Вот, соответственно, когда ты играешь, это прикольно, это хардкорно, что ты даже не знаешь... Ну, я же двигаю. Чё за баг? These shelves look light enough to push. Что, разве пушить надо отдельной какой-то кнопкой? Нет, нет. Чего он не хочет пушить?
Perhaps I could use them to block the door, to give me more time to look around. These shelves look light enough to push. If I want a decent snoop around, I'd better do something to block that door. What are they doing snooping around here? Get out! Может, и теперь можно. The police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. Ну так вот, как я говорила, здесь на экране нету никаких показателей отвлекающих, и ты, собственно, не знаешь там, сколько у тебя патронов и сколько у тебя здоровья и прочее-прочее. Что, по-моему, очень прикольно. Так. Ой. Нет, стоп. Я не туда куда-то завернула. А, ну нет. Надо подождать, пока он пройдет мимо. Да, мне нравятся подобные игры, говорит МНСГ, где нет тупых скримеров, а есть атмосфера. Ну, это прикольно. Ну, я же могу теперь. Perhaps I could use them to block the door. Да блин, он почему-то дверь открывает. These shelves look light enough to push. Perhaps I could use them to block the door. Да, тут может герой потерять рассудок и застрелиться. These shelves look light enough to push. Ну окей, ну блин, как? Ну чуваки, по-моему, мы наткнулись на первый баг или что? Чё за херь? Так я вроде когда бежала вперед, меня этот чувак остановил. То есть он по скрипту, мне кажется, забегает и... Хорошо, если не нажимать Е, то что тут нажимать-то тогда? Мне же надо как-то активировать этот двигатель. Ну, короче, мне же как-то двигать это нужно. Иди на шкаф, я пробовала башкой двигать, не по это не помогло. Окей, я сейчас еще раз. Просто иди со шкафом. Так. Во-первых, давайте все-таки сначала попробуем. Так, вот я дверь закрыла. А, во-во-во. А, значит, башкой двигаем. Забавно. Фига звук. Вы слышите его? Ясно, понятно. Алло. Так. Аптечка. Я потом вам покажу, когда я буду вся такая супер ранена, как тут заделываются раны, потому что здесь, в зависимости от того, какая у тебя рана, она там по-разному патчится. Бинты можно наложить, или там шину сделать, и все такое. Вот. Прикольно, что если, например, тебя выстрелили в руку, то... Ну, если ты будешь, типа, пытаться стрелять с этой руки, то... Ну, прицел будет трястись, сама пушка, и ты будешь промахиваться. Там уже кто-то дверь ломает. Эй, эй! Так быстро, что ли? The glass has been broken, and there's scratch marks on the wood. These posters are everywhere. Ой, ой, вот это меня кинуло, лол. Miracle cures. More like some con trying to make a fast buck. Он сейчас придет и заберет меня. Блин, такой жуткий. Блять, какой он жуткий, это пиздец.
Привет, Мистик, спасибо за пожелание, я вот уже, короче, это... вовсю. Окей, все, я теперь точно знаю, что... дырку найду в полу, все нормально. Ну вообще, это жутко, короче, как-то прям совсем не могу. Он когда так прибегает, он такой неприятный. Я помню еще легендарную сцену погони, вернее, ну да, погони в отеле, когда будет. Глаза закрыть, скажешь, ты в домике, да-да-да-да. Это, знаете, короче, как картинка на 9 гаг, я недавно видела, чувак пишет, как я смотрю страшные, типа, фильмы. И показывают, короче, рабочий стол, маленькое окошко с фильмом, с, ну, типа, с плеером, и вокруг такие, типа, котятки открыты, там какие-то, типа, клевые картиночки, добрые, все такое. Вот я примерно то же самое, но при том, что я-то девочка, а он это, мальчик. Вы мне подсказываете иногда, будьте добры, если вам не трудно, что, куда и это, потому что я проходила очень давно, а, соответственно, ну, как-то проходить перед стримом, а потом проходить на стриме, это довольно странно. Sort of а у меня есть что-нибудь? But it's immaculately kept. Нет. А, это для лечения шина. Что бы такое найти, что бы такое найти... The store may be low on stock. The store may be low on stock, but it's immaculately kept. Nothing of interest. Чуваки, что взять? А, блин, тут надо заново. There's a bottle of bootleg rum and a wooden handle. The drawer is empty. The store appears to be doing quite well. Ой-ой-ой, я иду. It probably leads down to a store. Я надеюсь, я от него смогу, блин, смыться-то. Вниз! Да блин! Ну давай! Ты... Нормально. Так, Алекс сказал умному слю. Как можно любить то, что пугает тебя? Никогда этого не понимал. А о чем вы речь ведете? Ах ты ублюдей. Nope, nothing of interest. It looks like a diary. It's gotta have some clues. Застряла. О, господи, дай мне сил. It must have already been badly damaged on one side. Рыб людей. Да. Да, я знаю Клайв Баркера, Андайн. Да идицкая, посмотрите, я застряла, я вообще с места не могу сдвинуться. О, все. The cellars filled with human remains. These people must have died a long time ago. A long time ago. There are some issues of the Innsmouth Courier lying here, and they're dated 1846. Я взяла. Various chemicals and apparatus for developing photographs. Да, Бакли Фища на каждом шагу. Ну ничего, мы все преодолеем, все будет хорошо. Наконец-то у меня есть потрошки.
The old printing press appears to have been sabotaged. Nothing of interest here. General notices. They're all dated 1846. Прям прекрасно, так можно разобрать, что написано. It won't open. General notices. They're all dated 1846. Кстати, сохранение, но я сохранения тут не вижу. Здесь сохранение уже в определенных местах, так что... Бля! Сорян. Просто что так это показывает-то близко? Я же ведь вошла, блин, в комнату, она еще далеко висит. Зачем вы мне лицо тыкаете в лицо? Так. Так, игра. Игра, я хочу подвигаться, игра. Я хочу вперед-назад. Блин, чувак, ты поздно написал про забагованную комнату. Сука. О, господи, неужели так быстро? Мне обещали, что баги будут на лодке. Сардекс пишет, до корабля она играбельна и даже интересно, потом начинается грудь и печаль. Возьми свои слова обратно, она уже не играбельна. Юзер, прости, я не видела. Я могу только затаиться, короче, даже присесть не могу. Да идицкая налево, а? Ну, блин. Нет, игра не по... Я даже дверь могу закрыть. Ну чё за херь? И чё делать? Искать... Это одна из концовок, да. Ну чё, я не знаю. Ну давайте, придется загружаться. Куда деваться там? Пипец. Хорошо, но у меня тогда другой вопрос. Это же получается, что в эту комнату вообще нельзя, получается, зайти, да? Ну, то есть, там разве не висит ничего клевого, сюжетного и интересного? Тот неловкий момент, когда в пиротке не было бага. The police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. Просто проблема в том, что я не могу, получается, нигде сохраниться до этого поближе, да? И мне нужно начинать весь этот кусок сначала, что ли? Но нужно как-то обогнуть баг. Может быть, сначала заглянуть в какую-то другую дверь? А, в той комнате ничего важного нет? Ну окей, посмотрим. Саша хотела нормально поиграть, а игра этого не хотела. Ну да. Ну, чуваки, что я могу сказать? Я могу сказать только то, что... Не знаю. Очень жалко, что такая клевая игра вышла такой кривой. И до сих пор она такая кривая, учитывая то, что я купила, блин, официальную версию в Стиме. То есть, ну, прям вся такая из себя... Официальная. Ну, вы поняли. Сейчас мы тогда возьмем быстренько все. Looks like the door was forced open. An empty safe. It looks like I need some. К
выходу этой части причастна Ubisoft. Совпадение? Не думаю. Да, типа того. Слушай, Игорь, а если я стримлю на твой канал, то мой Twitch Alerts не работает у тебя? И тут я все поняла. Сейчас, погодите. Я понимаю, почему теперь все не работает. А, ты можешь дать мне... Или... Нет, сейчас, подожди. Но вообще, может быть, я смогу здесь в настройках прицепить другой канал? Нет? Вот это поворот. Ну и как? А как это я все настрою тогда? Но это мне надо искать картинку и звуки. Ну, заново настраивать картинку и звуки. Отлично вообще. Блин, короче, жопа жопная. Пика гейминг. Ща. Ты ктуху. Это не настройки стрима во время стрима, успокойся. Мне некуда его палить, если ты мне его, конечно, в Steam не кидаешь. Я говорю, это бесполезно. Ну, дашь ты мне свои настройки, и что? Я же не буду сейчас сидеть и настраивать уведомления. Я думаю, что Twitch Alert не работает, потому что... Потому что... Но все равно никто не донатил, поэтому... Ну, как видишь, у меня игра ненормально сворачивается. Как видишь, она вылетает. Фига вы тут все стоите? Чё вы здесь стоите? Не стойте здесь. Так, а есть картинка-то? Ветра еще.
Вообще, жуть какая. It's unlocked. Боже, я не могу это уже смотреть третий раз. Че, рассказывайте, как у вас дела, пока я тут, блин, по 50-му разу все прохожу. It looks like I need some sort of lifting handle to get it open. Looks like the door was forced open, and there's a bottle of bootleg rum and a wooden handle. Нет, здесь нет ручных схрен. Где кондитер? Куда вы кондитера засунули? Нет, это не канал Игоря Громс, ты можешь идти. Looks like a diary. It's gotta have some clues. Не застревай опять, пожалуйста. The cellar's filled with human remains. There are some issues of the Innsmouth Courier lying here. And they're dated 1846. Самая правая дверца от входа, не забудь. Собственно, не забудь туда пойди. Г-г-г. Дранкин мастер говорит, спасибо, Саша, все хорошо, день рождения в самом разгаре. Чай, торт, твой голос в наушниках, Нирвана. Прикольно, с днем рождения тебя, Дранкин мастер. General notices. Че за торт? They're all dated 1846. Нет, я еще ни разу не снимала сайт. Nothing of interest. Периодически вот эти звуки странные. Nothing of interest. Nothing of interest here. Ну как ты? Jack. О, сейчас сохраню. Do I know you? Lucas Mackey. Sorry to startle you. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. New name spread fast. What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. Hmm. What about you, Mackey? You're obviously not a local. What's your business in town? Как это без благословения к пуху? Nothing too exciting, восславляли эти все фанатики, которые... I'm a government factory inspector. А, в смысле, в чате? Зовите кондитера, срочно! Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay, maybe I'll catch you later. That's the first friendly face I've seen in this damn town. But I've been in this business long enough to know he's hiding something. Ах, ты подозрительный тип, ты что-то скрываешь. Блин, я не успеваю следить за вашим чатом. It's the development room for the Innsmouth Courier. У вас там так интересно. It won't open. И чё, типа, и я сходила, и всё, да? Ну ладно. You better keep your trap shut. I won't tell him anything. Sure. I'm looking for Brian Burnham. K
can't help you. Еще бы. Зачем звать стримовца? These posters are everywhere. It won't budge. Кондитер. Device that pumps highly compressed air. Простите, пожалуйста. Эй, поговори со мной, ты чё? Evening. The name's Jack Walters. It's a pleasure to meet you, miss. Miss will do for now. Welcome to Innsmouth, Mr. Walters. Видите, она сама говорит Innsmouth. Innsmouth. Take my advice. Do what you must and then leave. Tonight, this port does not cater well to visitors. While I appreciate your concern, miss, I can handle lousy hospitality. Very well, Mr. Walters. This doll seems more open than some folks around these parts. But she isn't going to talk to me right now. Hello, Mackie. Jack, swell to see you again. Any leads on the Burnham case? Nope. Did you know the lad at all? Just pleasantries. Seemed a nice enough fella. If a little rough around the edges. Strange business, though. I'd never have fingered him as a crook. The First National was a well-run store. A rare thing here in Innsmouth. Okay, Mackie. Thanks. Goodbye, Jack. Be careful what you're doing. Very careful. Innsmouth's a dangerous place. Not everyone who visits here ends up leaving by the old bus route. This Mackie character knows plenty. But I don't think grilling him for scraps of information is gonna crack this case. Подозрительный чувак, подозрителен. It won't budge. It won't open. You know the Burnham lad? He worked in the First National. Can't rightly say as I know him. This town's deserted. Where is everybody? If you don't like it, just turn around and leave. Отличный ответ просто на все. Если тебе не нравится, иди отсюда. Молодец, чувак.
хороший ответ. I'm looking for Brian. Please stop bothering me, stranger. Вообще все такие вредные, пипец. О. It won't open. Hello again. Mr. Walters. Look, miss, I only want a conversation. There's no harm in that, right? There's plenty of harm. It's not wise to be seen gossiping with outsiders. How about playing dumb for a few minutes? No. She's too frightened to talk to me, but this lady knows something. The window looks into some old passageway. Do you know the Burnham lad? He worked... I never heard of no Burnham. Чувак без головы. It won't budge. Esoteric Order of Dagon. Кто знает, что такое Dagon? Те клёвые. This statue commemorates the men who fought in the Revolutionary War. Нет, я не знаю президента Словении. It's a variety store, and it's closed. That way is blocked by a police line. It's locked. It's locked. It must lead to the back of a variety store. It won't budge. Так, мне нужен алкаш. Где алкаш? Where is everybody? It's very quiet. It's getting late, outsider. Folks just know what's good for them are safely bolted in their homes by now. These odd-looking folks seem pretty hostile. They don't want to talk to strangers. It's just an advertisement for the local Methodist church. With a good wine piping, with a good wind piping early, in the Solomon's Gallant Mass. My boys, these are the joys of the noble and the brave, who love a life in the tempest strife, in the home of the mountain wave. When the driving rain of the hurricane as the lights of the lighthouse out, and the growling thunder sounds its gong, and the whirlwinds battle out. Who's that there? Who can spare a few pennies, young mister? I can give you something for your generosity. Who are you? Zadok, that be my name, though too few use it now. Zadok Allen. Do you know a Brian Burnham? Just a young'un. Worked over the store. He's gone. Killed, I reckon. Killed? What makes you think that? Them's from out of town running a store. Это были суровые времена, и не у всех хватало полигонов, чтобы поссать нормально. They not accept that. What else can you tell me about this port? You just bring old Zadok a bottle of something nice. О, кулаков. Смешно. Запись будет, конечно, что-нибудь-то ей.
Why, you're uncommonly kind, young feller. Here be a little something in gratitude that may help you in your search. В Готике лучше ссали. Ну это да, кстати, да, это прикольно было. Now you be calling me crazy. Like them that's there rumoring in Ankrum in Ipswich. But old Zadok's seen all manner of wicked things since before you was born. Old Captain Mobid, where it all began. Telling desperate folks they'd order get better gods. Them's that would answer their prayers. Didn't the Christian folk of Innsmouth object to such blasphemy? Aye, they did. It were around 46 that many folks in town were done with Obed and his ways. And all that wild preaching and too many missing, you see. A party of good folk followed Captain Obed's crowd out to the reef. Shots were fired. Next day, Obed and 30 of his followers were in jail. And for weeks all were quiet. Till that artful night of 46. Хороший версия, что этот чувак очень толстый для кулакова и, скорее всего, это кости старости. Look, old man, I don't have time to listen to these fishing tales. Oh, was a massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. Shooting and screaming and shouting. All across the town square. Come morning, the mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy of strangers if we were knowing what was good for us. Zadok, who did all this? Эй, чё ты портишь мне такой момент? Бухой мужик всяко интересно. Иди отсюда. Игорян умеет пукать под мышкой. Вы так умеете? What the hell are these oaths? You just asked old Wes about oaths of Dagon. Aye, he take the third oath. Just that oath. Четыре руки и все из жопы. Then you'll see. For definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Великое достижение. Я вот не умею, например. Мне это весело. У меня волос нет под мышках, а зачем? Разве так делать? Нужны волосы обязательно? Не, я не умею. Говорят, мама такой гордится угорем. And his tribe never went without food. For that, all the fish they could catch. Old Obed learned from his wild care that these things on this earth, as most folks never heard about. Я тоже не умею волосы. Я что со мной не так, не знаю. Worshiping undersea gods with heaps of human sacrifices and other heathen things. Ну, Саш с волосатыми подмышками. Я как раз сказал, что у меня нет там волос, у меня вообще не растут. Human sacrifices. Maybe you've had just a bit too much. I don't blame you for not believing it, young fella. But just answer me this. Why did Captain Obed roll out to the reef of Satan and chant a lot of rites and incantations in the dead of night? So loud you could hear him all over the port. He cast something in the water that eve, out the other side of Devil's Reef. Some kind of. Он поставил рисунок на аватарку, правда? Я не видела. Прикольно. So what happened? Well,
Блин, чувак, давай побыстрее как-то, ну, разговаривай, я не знаю, долго вообще. Спасибо, юзер Сет, я пойду. Esoteric order of Dagon came into being with this Ethan Sermon. What kinds of ceremonies? Я просто передразниваю, Игорь так посмотрел на меня. Я просто передразниваю чувака, который тут разговаривает. Саша, это ты? Да, Саша, это я. I think he's had his fill for the night. Наконец-то. Мне кажется, вот так Кулаков спит после стримов. Zadok. Zadok. Детка зовут Zadok. Господи, он говорит даже, когда спит. А вы разговариваете? Ну, типа, во сне вот что-то кричите? Есть такие люди, которые так делают. You okay, old timer? Leave me be. Let me be. Оставь меня быть. It won't open. Okay. Это огненный дракон! Ой, господи. Это Дио. Mr. Walters, I must speak with you. Наконец, сама пришла. Клёво. It's Jack. And just hold on there a minute, sweetheart. Are you gonna even tell me your name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Innsmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure. You'd be better off. А вы типа никогда ни с кем не спали, так чтобы рядом кто-то был и говорил, что ты во сне говоришь? Who's Ruth? Quickly, we don't have much time. You've got to follow me. Бомж с ней в связях. Фу. Jack. Innsmouth is a strange place. There are things. Смоук рассказывает, лол, у меня была такая херня, я во сне кричал что-то про жратву и разбудил весь дом, что снилось, в упор не помню. Но жратва, видимо. Жена говорит, что я ржу во сне первое время стремался. Блин, я тут тоже, короче, испугалась один раз. Короче, было такое, что мы с Игорем спали. Я, короче, вскрикнула во сне, ну, типа, мне было страшно, от этого проснулась. И, короче, Игорь тоже проснулся. И я его, короче, уговорила, что это на самом деле он вскрикнул и меня разбудил. Хотя на самом деле... Я знаю, да, но... Да, я заорал, короче, Игорь заорал. Но я стала его убеждать, что это он меня разбудил своим криком. Никто, да, там никого, кроме тебя, и не было, кто мне должен был поверить, кошке. Игорь, подавай на развод, это уже ни в какие ворота. Ну, блин, нафиг ли нет-то? Он меня так напугал, мне было так страшно. Главное, ну ладно, я заорала, а он-то зачем заорал? То есть мне было страшно, потому что я ору, а еще он, короче, орет. Это же вообще... Не, у нас была однокомнатная квартира, некуда его было отправлять. В этой квартире был один диван всего, и мы на нем спали. Поэтому некуда, короче. Диван он. It's locked. It's locked. It must lead to the back of the variety store. It won't budge. Так ты мне сказал идти к этому чуваку и чё? I wonder why they cordoned it off. That way is blocked by a police line. It won't open. It won't budge. Прикольно, кстати, что вот здесь нету карты, и, типа, если тебе куда-то надо, тебе там, например, говорят, на какую улицу или что-то в этом духе, то вот, собственно, как в нормальных олдскульных играх. Юзер, помогай. It's unlocked. А, все, спасибо.
как прекратить Алекс Диджей Сана. If I see you without Tyler, I'll report your order. I'll not say nothing. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. Stop pestering me, stranger. Where is everybody? It's very quiet. Just leave me be, stranger. Это нравится, как они говорят, leave me be. It won't open. Типа, оставь меня быть. Типа, оставь меня существовать. Do you need any help? It won't open. Disease is rampant in this town. It won't budge. It won't open. The sign says, Innsmouth Poorhouse, in memory of Lady Warrens. It's the entrance to the town poorhouse. Я хочу закрыть дверь, потому что этот Питер на меня смотрит. Вот все. Не смотри на меня, Питер. Ой-ой. Хватит так делать! Какие же потрясающие Ctrl C, Ctrl V, рыба люди. What are you looking at there, old-timer? Nothing. I'm just looking. What you doing in old Warren's house, young feller? This hole is for the broke and the dying. I'm trying to find Dock Street. It's out back of the house. Everything in Innsmouth is rotten and dying. Mr. Kutch, я забаню Алекса, пока ты здесь. All sorts of curious barking and crawling around black cellars and attics. How would you like to be living in a town like this, fella? I've been to more welcoming places. Блин, за ногу хватать во сне — это страшное, на пипец. He isn't gonna know anything. Прикольно, вот на самом деле все такое, конечно, квадратное и проще, но согласитесь, атмосфера-то вообще зашибись. Ковры. А, ковер. Воу. Фу. This almshouse is home to the old and the destitute. Фу. Это типа клопы какие-то или кто? Фу. Nothing of interest. Да, не очень-то. Her sleep is restless and erratic. Да уж. Фу! Ой. Блин, я надеюсь, я не наткнусь на их туалет. Больше аптечек, богу аптечек. The old woman's dead. Да ладно, прям мертвая? Да. It won't open. It won't budge. О, у него что-то в голове, короче, позванивает, он типа боится высоты. It won't budge. Where is everybody? It's
very quiet. I reckon you might have scared him off with that ugly face of yours. Это у меня так ugly face? Ты себя видел вообще? Можно? Можно? Блин. It won't open. В общаге пауки бегали. Блин, а куда мне терти-то? It won't budge. This town's deserted. Where is everybody? It's getting late, outsider. Folks says no, what's good for them are safely bolted in their homes by now. Out. Баба Огр. Hello there, little lady. Hi, sir. Are your parents at home? Daddy's at work, and Mommy's upstairs in the attic. She's been bad. I see. So, what's your name, little lady? Ramona. Well, Ramona, could you get your mommy for me? Nope. Mommy bites. Daddy says we've got to keep her up there for her own good. Excuse me? When I go near the door, she growls. I don't love Mommy like I love my daddy. You don't say. Ramona, I really need to speak to your daddy. Do you know when he'll be home? Soon, I think. You can wait inside if you like. Daddy won't mind. I'm drawing pictures with my crayons. That would be great. Чё ж ты незнакомца-то приглашаешь домой? Ах ты, глупая девочка. I should check the place over while I've got the chance. Она похожа на эту, помните, как в семейке Адамс? Nothing of interest. Которая играла. What are you drawing? Рича. Pictures of mommy and daddy. It's a recent family photo. The corner's been torn off. I can only see Thomas and Ramona Waits in the picture. It won't budge. It won't open. The door is bolted shut. Мне не нравится открывать или надо. Ничего. И сохранение. Вот это маманя там. Клёвая мамка, да? Лол. Ой, мне кажется, я зря выпустила. Я же могла не делать этого. Ну все, мне кабзда. Looks like a diary. Не, на самом деле иногда поражает, как озвучен персонаж, и сейчас в такой ситуации, когда он сам по себе, видите, он типа так дышит, и он шокирован тем, что произошло, он типа хватает какой-то предмет и таким ровным голосом looks like it's a diary, типа ха-ха. Вот. Могли бы хоть... Ну, это, конечно, очень сложно, программа, но могли бы там, типа, озвучивать моменты, когда он напуган или еще что-то каким-то менее позитивным голосом, что ли, не знаю. Ой.
Oh, God. No. They've taken the last thing I love away from me. I'm sorry. I didn't realize what was up there. What the hell was that thing? There's no time to explain. They'll be here soon. Listen to me closely. You've been the talk of the town all day, asking after the Burnham lad. I heard he never made it to Boston, that he was copped by the Order of Dagon. Did he pocket anything from the store's safe? Thankfully, no. It's sturdy. He'd never have wrenched it open with the crowbar. There's something in there that needs protecting from the Order. You've got to get it out of Innsmouth. Take the key to the back of my store. The safe combination's in my diary, upstairs. Hurry, Jack! What the hell's in the safe, anyway? You've gone too far this time, Wait. We're taking you in for murder. You'll swing for this. Wait, he didn't do anything wrong. He killed his own daughter, and down flesh and blood. There's plenty wrong with that. I'm reckoning you do well to mind your own business, stranger. Я говорил, что вы не сорта. And handle things by the old ways. Ну плечо такое. Вот такие дела. It's Ramona's coloring book. It won't budge. It won't budge. Nothing of interest here. Can't see anything of use. Так, давайте почекаем, что за пароль там. Так, это был ее день рождения вчера, от какого-то числа. Да, отличный детектив, убил дочку, подставил отца, норм, чё. А когда у нее день рождения-то был? Chest of drawers. Nothing of interest. Там написано, типа, вчера у нее был день рождения и все такое. От какого числа эта запись сама? Чуваки, вы же мне подскажете комбинацию сейфа или где-то в другом месте узнаю, какая у нее дата рождения. It won't open. It won't open. It won't open. Че там? Че там случилось-то у вас? Че вы там трете друг друга? В смысле сообщения друг друга? До двух по часовой, до шести против, до одного по часовой и до двух против. И записали. Булки трете, ну да.
Это типично. Ты чё? This town's deserted. Where is everybody? Вот что я сейчас услышала. Ой, опять Джек. Джек. Oh, thank God I found you. Waite's been arrested for the murder of his daughter. I know. It's my fault, Rebecca. What are you talking about, Jack? What's your fault? There was something in the attic. Some kind of animal, and I let it loose. It's all my fault. The police dragged Waite's off. He can't take the fall for this. He's done nothing wrong. We gotta do something. Guilty or not, the order will see him lynched for it. There's nothing you can do. Oh, you must have taken quite a bang in there, Jack. Your head's bleeding. Yeah, I think I was out of it for a little while. Мистика, она типа таинственная. I see you've got some bandages. Use them on your head. It'll help you heal. You're not losing too much blood. You won't need a suture. Thanks, Rebecca. Похоже, наш бравый капитан отправил корабль на айсберг с геймпадом и с интерактивными сосочками на верхушке. What the fuck are you talking about? Так. Ой, эй, эй! Не смей только зависать, там все такое. Так, мне что-то надо типа бушку бинтами перемазать. О, видите? У меня типа глазик. И, короче, здесь показывается, что можно сделать. Ну. Она так и будет вертеться? А, точно, все нормально. Опять ты? Погоди, я ведь шла куда-то. Мне эта камера, короче, как-то разворачивает на 180 градусов, кидает какие-то другие места. Это забавно. It's unlocked. Я вижу, капитан. Воу. Мясика квадратная. Можно было бы, кстати, взять этот нож, он бы пригодился нам в бою. Так. А ты кто? Look like your standard crook, о, опять клевые звуки. Джек Уолтерс, private detective. And considering your recent break in and entering. How about I ask the questions? Ой, блин, кондитер, насчет вещания так всегда было. Я когда с родителями жила, у меня в комнате, ну, все время только я была, и никто, и это, но вещи все равно проебывались. Шла-шла, бинтовалась, спирта бухнула, полечилась и забыла, куда шла, как в жизни. Да-да. I'm Ruth. Ruth Billingham. Huh. You're Brian's broad. That figures. Brian? Телочки тут ничего, но посмотри, какая у нее капиллярная сетка, короче, по всему лицу. And for much better liars than you. Look, Ruth, the rumor around town is that your lover boy is in the hands of the order. Почему она такая страшная, а голос у нее не такой? It was all my idea. Не такой. I just wanted a clean break from here. What do you want me to do? I don't know. You're the detective. You think of something. I'll be waiting out at the old fishing cannery the next two nights, just past the abandoned railway station to Rowley. When you find him, give him this. He'll know it's from me. Чё надо вот? Надо бы сохраниться, слышь, игра. А то это... Как-то она быстро ушла и даже дверь не открыла. Бывает. А то сейчас что-нибудь опять случится же.
Я уж прям боюсь что-то трогать. Так. До двух по... Нет. До двух по часовой. До шести против. До одного часовой. И до двух против. Вранье все это. Нет. I must have made a mistake. Так, еще раз. До двух. Нет, это против. Блин. Так, давайте еще раз. I must have made a mistake. Так. До двух по часовой. До шести против. До одного по часовой. До двух... О. Yes, that's yes. it. Yes! О, сохранялось. The safe holds a heavily bound manuscript. The front is embossed with the words Book of Dagon. Квадратные животные. It won't budge. Что, назад, что ли? Посмотрю, может, тут тоже есть какие-то ходы. Ладно. It's getting late. I'd better start making tracks. I don't much fancy spending the night in this hole. Ну что, мы пойдем спать в отель, и там будет клевая беготня, да? Че у тебя такой пузан? I should leave him alone. Ой, he's двигает. In no mood for talking. Какие-то горбуны все, пипец. Evening. Hi. My name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. Do you have board for the night? We've plenty on the top floor of the house. Nice views over the town, I'm told. Great. That sounds just swell. Hey, you all right there, sir? Starting to look kind of funny there for a while. Face as white as bone and eyes as black as coal. Like you'd seen a ghost or something. Fine, thanks. It's just the sea air around these parts. It makes me queasy. The Innsmouth's breeze is not for your outsiders. Charlie, can you come with me? I need to be telling you something. Perfectly. Excuse me, sir. The Innsmouth law doesn't like to be kept hanging about. I'll be right back with you shortly. Так. Пока его не будет, нам надо его будет обокрасть. Штука. Интересно, если я сейчас выбегу, он там останется? It's the key to the back office. It's unlocked. I wonder what secrets this book holds. Nothing of interest. Вроде все, да? Nothing of interest here. Ничего нету. Ничего не было вообще.
Я ключ-то не повесил же. If you just follow me, sir, I'll show you to your lodgings. I heard there was a killing over the old... Так, что я там взяла-то? Wait's house tonight. They reckon the old fool killed his own daughter. Caked head to toe in her blood, they says. And had to be dragged away, screaming and crying. I reckon there'll be a lynching for what he done. Что значит домашние игры, не понял. Вообще, что вы все грязные, вообще все такое грязное. It won't budge. You're still looking pallid, sir. You're needing to have yourself some rest. Sleep well, and keep down the racket. Us Innsmouth are quiet folk. Okay. It won't budge. Ой, интересно, это можно типа сразу все позакрывать, что ли? The room's cold enough without an old chest of drawers. Nothing of interest. It won't open. It won't budge. It won't budge. It won't budge. Hold on. It's locked. Ну что? Guys. Приготовимся. Can't see anything of use. Better. Not exactly safe, but the best I'm gonna get in this infernal town. City of Nakotas. Rest now, Jack. You are safe. What was in the light, Jack? Where do you want to go? We are your history, Jack, and your future. I don't understand. You live in time. Top of the house, room 401. Come on, let's have it.
Ну, пожелайте мне удачи. Главное не затупить. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool. I see him ahead. Check the door. Блин, так долго? Надо было тогда открыть. Блять, 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 блять! Нет, 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 нет! Давай, 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 давай! Давай, ну я же уже открыла. Черт, это я зря встала. Блин, подождите. Ща. Меня догонят, да? Я успею причиться. Блин, мне не надо было вставать. Нет! Сука! Нет! Господи, зачем я? Я думала, на шифт разгоняешься. Фух, блин. У меня прямо это, короче, ладошки все вспотели. Это на самом деле так вообще пипец просто. Сейчас, нет, ну все, я уже, короче, это... Господи, я аж вспотела вся. Ну, почти, да, я просто... Ну, знаете, как на шифте, типа, разгоняться и перепрыгнуть? О, господи. Да ладно, я нормально прошла, я почти дошла, чего я не знаю. Нет, ну зачем? Почему ты, когда ты... Ты же должен... Блин, вот это вот вообще дебилизм просто. Если я должна эту, вот эту, короче, закрыть, то почему она это? Открывайся. О, так. Блин, нет, я не могу. Я не должна. Нет, я не должна, они сейчас откроют там дверь. Я не успею. Нет, я успею. Нет, надо присесть. Быстрее, бежи. Ой, господи, я опять забыла куда. А, вот. Да, фух.
Ой, господи. It won't budge. Как? Нет, как? А, вот. Давай, иди уже, ну чё ты? Ну чё ты? А, он типа боится, поэтому медленно идет. О, жесть, как. У меня нет. Так, я должна спрыгнуть где-то здесь. Сейчас нет, там, да. Забрать, а потом не смогу. Давай, тихонечко так раз. Все, обратно. Блин, они же не бегают сверху, Ой, господи, все. О, да. Ой, вы увидели мои ладошки сейчас. Все, я не могу, все. Дайте, погодите, мне 5 секунд отдохну. Мне вообще просто херово очень. Блин. О, блин. У нас еще так жарко, у нас 30 градусов. Мне кажется, у меня вспотело всего. Да, кстати, это геймерский оргазм, когда ты, короче... Что-то сделал такое очень трудное, и ты доволен собой. Блин, у меня прям аж руки свело, пипец. Вообще, ништяк. Сейчас хранялочка, живем нормально. Дальше проходим. А что такое звук? Это я так типа шагаю, что ли? Так, sneak mode, you will be less visible to enemies. Try using sneak mode to access the route ahead and study enemy. Ага. Типа я в таком режиме менее заметна, поэтому можно так... Крас... Ой, не поворачивайся, пожалуйста, вот сейчас вот не надо, не поворачивайся, сейчас подожди, вот за это, да, все. Есть какие-нибудь секреты? Фу, сейчас я это... Я почитаю ваш вопрос, можно? Я что-то вообще так напряглась сейчас. Саша, ты когда от страха бежишь, щеки тоже на глаза назад? Не, типа, мне так, типа, страшно, они опускаются в шоке. Будет знаменитый Сашин Стелл. Так, главное выяснить, что у чуваков с боковым зрением. Ой, блин, у меня, короче, левая рука почему-то вообще так свело, потому что надо было вот это все, вот, все. Да, надо покурить. Если бы я курила, я бы обязательно сейчас пошла покурила, потому что, ну, это невозможно вообще. Я как... А, нет! 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 Ну, блин! Можно уйти? Я хочу уйти. А куда мне вообще идти? А они, типа, кстати, остынут? А, я знаю, куда мне можно. Я lost him! Ну, слава Аллаху. Нет! Нет! Всё. Нет, ну как? Ну, блин! Я хочу уйти! А вот все, всё. Я ухожу! Нет, я ухожу! Они не идут за мной, я надеюсь. Не хочу. Не ходите только за мной, вы... Ой, блин, меня убьют, да?
Ну, вообще срочно, вообще. Срочно, вообще. Так, все, сейчас, все, я полечусь. Лучший стелс. Я вот... Это, Вангу, это лучший стелс, который вы видели в жизни. И, Кирилл Док, ты кричал, ты не пройдешь. Ты вообще уйди отсюда, короче, ты меня не поддерживаешь. А, вот все, всего лишь 6 этих сейвов. Ну я ушла, я ушла! Блин, а чё, я опять должна туда идти, что ли? Я не хочу. Дождик идёт. Можно я вот здесь, короче, буду жить? А, блин, я даже не пролезаю сюда жить. Блин, они там стоят прям вообще. Я могу их это вырубать? Когда я уже вообще смогу убивать? Я дитя Call of Duty. Че убивать? Это как-то по-дурацки получается. Тут чувак должен по кругу ходить. Outsider! Нет! Я не хочу! Kill him! Я не хочу! What was that? Блин, я не хочу! Стрейджер, меня! Stop! Блять, вы задолбали меня! Да ты сам сдохни чем-нибудь! На тебе, вот я не знаю! Блин, тупой дурацкий дурак! Хватит меня стрелять тут вообще! Куда мне хоть идти? Тут туда, что ли, к этим? Блин, вы меня долго убиваете? Такие... Take him down! Take him down! Down to the ground! Ой, чё? Фига у меня лаптями. Так.
Вы прям что-то в чатах сами угораете. Сами с собой. Я уже потеряла нить разговора. Блин, так медленно, пипец, вообще прям бесит даже. Ну! Блин, чувак не умеет ходить наискосок, что за херня? Интересно, а если я здесь не буду красть, они меня услышат? Фига там. Почему ты меня называешь Funny Pirate? Я стримлю просто на канал Игоря, но настройки-то у меня свои, поэтому меня надо назвать Варвара. Эй, блин. Я тогда не получаю сообщения, если назвать меня Funny Pirate. Ну давай. Круто. In the name of the Order of Dagon. This order really wants me dead. I'd better. The accounts date back 20 years or so. All the drawers are locked. These shelves look light enough to push. Чувак только понял, что его хотят убить, лол. Вообще, на самом деле, теперь вдруг резко столько стало с этих сохранений, забавно. Я думаю, что, может, мне, кстати, уже пора закругляться, потому что время-то... Оказывается, я уже 2 часа стримлю. Мне это, в принципе, как бы... Ну, не трудно еще, но, в принципе, я уже начинаю немножко уставать, вы, наверное, тоже. А, нет, стоп. There's some kind of table written out on the board. А, ну это все. Я думала, может, что-то важное. Ну, ладно. На самом деле 2 часа так пролетели, я думала, что будет все хуже. А нет. Так и куда мне идти-то теперь? Они вообще ушли? Блять, нет, они не ушли. Ну теперь я могу в ту дверь уйти. Я сейчас уйду. Нет, все, я. Все. Да похер! Нет! Нет, это не я! Нет, меня здесь нет! А! Нет! Сука. Куда? Не знаю, зачем я сюда залезаю, вообще не знаю, зачем я делаю то, что я делаю. Ой, это так дерьмово, все, дерьмово. Меня здесь найдут, да? Меня здесь найдут. Ну, конечно, меня здесь найдут, меня здесь найдут и убьют. Нет, пожалуйста, не ходи сюда. Я вот сюда хочу. Ой, лол, они меня не заметили? Лол. Лол. Вы видели? Я вообще просто, вообще... Ой. Ой, сука. Блин, вообще пиздец. Все плохо. О, прикольно. Есть там кто? Так, понятно, сюда нельзя.
goes there? Come here, outsider! Вообще никого здесь нет? Здесь вообще никого нет? Блять! О, чувак, прикольно, я через текстуру прошла, лол! Вообще круто. Так, 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 так. Блять. Так, может, если... Воу, что за херня, что за херня? Уильям! Уильям! For God's sake! Нихера себе. Your friend is dead. Jesus прикольно. Christ, no. Ну, типа, я бога-юзер, все дела. Fool, это забавно. Told you it wasn't safe in there. Look, fella, I know you're upset, but I really need some help. Ah, you're the outsider they're hunting tonight. You don't have a hope, stranger. The Order's mob will be everywhere you turn. Реймон, СГ, привет, чё ты поздно пришёл, мы уже тут собираемся закругляться. And for good cause at that, mind you. I can cope with foul air. It'll be a change from the stink of dead fish. You're not getting my meaning, stranger. There's rumor of real horrors in the black dankness beneath these streets. Maybe the folk with the taint are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear tell of a Shaggoth, stranger? Just tell me where I can get into the sewers. All right. You've been warned. Just the other side of this here building is a road leading down to the filtration plant. There's an open sewer pit down there. Good luck, stranger. Ну чё, в принципе, я думаю, что, может, на этом уже можно и закончить. Раз я так ловко, короче, всех обманула и... Я Дизона-то прошла уже. Гудзон, ты наркоман, что ли? А, я сюда... Нет, я не сюда прошла. Но я всё равно... Надо... Да, мне туда надо. Блин, как остановиться проходить? Мне теперь всё время ведь надо будет, короче, шариться, да? Потому что они меня всё время ищут. Да. Так, а куда мне там, типа... А, вот все, я понял, мне нужно машину, короче, да. Языками выпендриваться, это забавная штука. Давай, катись. Ой, а, мне надо было зак... Блин, мне надо было запрыгнуть, идиское, налево. Блядь, Саша, ты тупая, пиздец. Или не надо? Наверное, надо, да? Куда они, куда они? Ой, 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 меня сейчас убьют. Нет, это не я вообще, вообще не я. Ой, нет, мне туда не надо. Ой, нет, мне туда вообще не надо. Хотя, нет, почему я могу? Нормально, 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 могу, нормально, да. A sturdy looking metal bar. Я нашла это, короче. Оружие Фримена. Так, понятно. Чувак начинает сходить с ума. Начинает тут орать, что типа они за мной придут, мне пипец, и все плохо. Сейчас мы его полечим и успокоим немножко. Так, эти пидоры в меня стреляют. Ну, я думаю, похер. Прикольная текстура. Так, а можно, можно что-то? Давайте что-то сделаем. Я спрячусь здесь и буду жить. Так. The fan's old and rusted. The sewers mustn't have been maintained for some time. Так. А, ну, собственно, у меня есть... А, я поняла. Фух. Стой. О! Охереть, я помню, блин, 10 лет назад... О! Блин, я не успел, да, я не успел, нихера. Так, погоди. Блин, Саша, ну ты пипец вообще. Ну давай! Все.
А, все. Мне, по-моему, какая-то капзда совершеннейшая. Она у меня что-то осталось вообще. А, у меня всего одна ранка, забавно. Я думала, меня вообще перерубило там, блин, на разные части. Как баран об стенку. Мамка твоя об стенку, хули ты меня так это? Я ж прошла. Я молодец. Ой. Это что так внезапно-то? Ну ладно. Это такая типа загрузка. Ну окей. Фух. Тут реально MLG Pro Game. Ну! Вообще. Пойду шлепать дальше. Блин, я надеюсь, тут этих чуваков нету. Я не хочу больше ползать на карачках. Ой, фу, вы слышали? Тут кто-то это плачет. Hello? Hello? No, wait! Ну подними. Ну подними! Ну возьми игрушку! О, блин, ну южно. Я понял, что тебе херово, блин. Какая психичка вообще? Играю какой-то психичкой. Ой, ёп. Ну вообще, да, это не очень приятно. What the fuck is this? It's corrosive! Воу. Так, надо сохраниться скорее. Ой! Да хорош так делать! Я еще не успел подойти, вы мне уже, короче, опять в лицо. Окей, я не буду нажимать на shift. Не надо вот так вот это все вот мне вот в лицо шептать, вот пожалуйста, это. Да, мне не надо было сюда, блин, приходить. Тут пиздец страшно вообще. Что? Воу! Глаз, это глаз? Что? Что происходит? Кто? Чуть-чуть происходит. Почему я не могу забраться? Вот тупой. Ладно, это я еще сейчас разберусь. Так, чувак, успокойся, короче. Я понимаю, что ты переживаешь, что ты убил эту девочку, но... Господи, сберись. Я хочу наверх, а можно я как-то... Мне надо же там типа спустить всякое... А, мне нужно спустить вот эту дрянь, да, и типа туда прыгнуть. Или не надо? Блин. О, господи. Управление просто от бога вообще. I'm not touching it. Фига ты привередливый вообще. It won't open. Да, я тоже люблю говяжий язык. Замонали там про языки спорить. Я умру, да? Почему он так быстро опускается? Разве можно успеть? Охереть, еще ноги все сломал. А че он не хочет спускаться? Это все нормально, там что? Ты, блин, жить хочешь или че? Или это? Че ты меня тут забиваешь про то, что ты не хочешь? Давай! Да прыгай ты в говно, ну! It's coated in slime. I'm not touching it. Ну и дурак.
А чё, куда идти-то, юзер? Одну трубу же только надо, вроде. Вот оно что. Ну, сейчас почекаем. Нет, по-моему, так и было. Не помню. Судя по звуку, это и была свистка. Блять! Ты можешь вообще запрыгнуть-то, ублюдок? Так, понятно, это слизь, короче. Блин, пиздец. Блин, у меня не... Ну, а теперь... Блин, чувак. Я пытаюсь ее спустить, дебил, короче. Только ты, блин, не хочешь, короче, это быстро залезать. Вот это вообще не юзаешь просто. Мне приходится подпрыгивать, а я не успеваю подпрыгивать. Но у меня она не работает. Вот, посмотри, я к ней подхожу, и ничего не происходит. Я даже прыгнуть на нее не могу. Вон. Если так, то... Ну, блин! Сейчас все ноги себе переломают. Да, я уже начинаю купить, ой, тупить. Да дай! Лол, он мне так поджопник дал. Все, короче, я думаю, что нужно заканчивать, раз я уже, блин, себе два раза ноги сломала просто потому, что спрыгивала с какой-то вообще неклёвой высоты. Все, сейчас до сохранения дойду. Ебать. Ой, фу! Понятно. Ой, я сейчас тут, наверное, с ума сойду вообще. Приход, приход. За херь вообще. What the hell is this place? What the hell? It's like some sort of mass grave. Так, давай, чувак, успокаивайся, потому что меня уже начинает подташнивать от твоих этих. Ну, короче. Ты понял. Так, аптеченька. Надеюсь, что скоро будет сохранялого какой-нибудь. Завтра в пятницу у нас будет групповой стрим по Хейтроду, так что приходите. Ну, понятно. Ой-ой-ой. Воу-воу-воу, вы видели? Крабы-пауки. А, ну мне сюда и не надо. Пойду к крабам. Зачем ты дал мне умереть, ах ты ублюдей? Я опять сломала ноги, да? Ладно, все, я думаю, что мы на этом закончим. Да, я думаю, что будет на Ютубе. Ну, ребят, есть расписание на сайте, вы хоть туда заходите иногда. В официальном расписании есть пятничный стрим 23 часа, то есть... через 23 часа. Лол, забавно. Сейчас, типа, почти, ну, 12 по Москве, значит, через 23 часа в 23 часа будет стрим на главный... Да.
Спасибо большое, что были тут со мной и терпели меня на канале Игоря. Я с удовольствием продолжу прохождение. Может быть, на выходных продолжу. Вот, может быть, мы еще с Игорем вернемся. Он хотел опять в Раст побегать на этих выходных. Так что, если у вас есть свободное время, то здорово, приходите, поиграем вместе в Раст. Вот, спасибо большое. Вы клевые. Вот, в следующий раз все настрою, чтобы вы тут все высвечивались. Если что, это был такой, типа, тестович тест. Все, всем пока. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Я пытался остановить стрим, и игра вылетела, поэтому... Игра мне такая...